Быть человеком – это так непросто. Но с молодых ногтей тому учить. Ему одежда точно ли по росту, на недостатки не искать причин. Быть личностью да с яркостью таланта, душой ни перед кем не покривить, не искалечить душу перед церковной бандой, из себя не разрешая веревки вить. С лицом не сумрачным, всегда с открытым оком, взирая на тех, кто рядом и вокруг, в глаза сказать, хотя и выйдет боком, враги все никогда не перемрут. Не просто устоять при передрягах, свои ошибки трезво сознавая, уметь вновь отстирать свои наряды, хотя враждующие пятнами сновали. Быть человеком им и оставаться, прикатывать всех в стране и на чужбине, не любодействовать с мирской продажной властью, таким отобразить в дочурке, в сыне, оставишь мстителей, стремящихся к добру, через смирение достигая цели. Стой за слова, хотя их переврут, когда они священный смысл имели. Быть человеком даже для калеки запрета нет, сознаться, что горбун. Стан распрями, согбенные колени, не ждать же исцеления в гробу. Не угасись, светильник разожженный, на высоте достойно закрепись. Ударь в набат среди глухих и сонных, и ощутишь в бессмертии только жизнь. Твою осанку лизоблюд осудит, трусливый взахается, гордостью ославит. Они, как все толпа, зовут их люди. Будь человеком просто, не заглавной. 18 сентября 2003 года.